Всем привет! Ну вот и закончились новогодние праздники. Мы все старались, готовили, старались приготовить очень вкусно, ну и, конечно же, потом эту вкуснятину нужно было всю съесть. Ну и теперь, после такого изобилия еды, поджелудочная стала о себе напоминать. Сегодня иду на работу, и с сегодняшнего дня хочу устроить себе разгрузочные дни. Вот и покажу, что же сегодня я себе приготовила. На завтрак у меня пшеничная каша с абрикосами. А пока каша варится, приготовлю я себе йогурт. Готовить его буквально 5 минут. Молоко наливаю в кастрюльку, подогреваю до 60 градусов, добавляю туда йогурт любой магазинный, хорошенько перемешиваю и выливаю в банку. Укутываю полотенцем и в тепло. Вечером будет вкусный йогурт. Пока занималась йогуртом, каша готова. Вот такой вот у меня сегодня завтрак. Пшеничная каша с абрикосами и чай. Сейчас позавтракаю и побегу на работу. Ну вот я иду на работу и просто не удержалась снять вам вот такую красоту. Какой красивый сегодня восход! Рабочий день закончен, я дома. Хочу приготовить на обед супчик легенький, рисовый супчик. Правда, я не знаю, обед это или уже даже ужин, потому что сейчас время 5 часов. Раньше у меня никак не получается. Ставлю курочку, буквально 15-20 минут, достаю мясо. И теперь опускаем туда 2 ложечки риса. Немножечко морковки, ну и, конечно же, картошечку, мелко нарезанную картошечку, и теперь варим буквально до готовности картошки. Куриное мясо мелко нарезаю и тоже в суп. Еще 5 минут, и наш обед готов. Ну, конечно же, пока супчик доваривается, обязательно нужно заварить чаек. Все, будем обедать. Ну и на ужин у меня будет йогурт. Получился йогурт вот такой вот густой, вкусный. Готовить его очень просто. У меня на канале есть полный рецепт этого йогурта. Добавлю в йогурт немножко замороженных ягод. Сегодня у меня брусника, но можно использовать любые, какие у вас есть. Ну вот такой вот разгрузочный день у меня сегодня получился. Думаю, завтра я продолжу разгрузку. Ну а вам, мои дорогие, спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Всем удачи, всем здоровья, всем пока-пока!